Необходимо повысить эффективность работы подведомственных столичной администрации организаций, заявил глава мэрии Алан Габараев. Он добавил, что особое внимание нужно уделить вопросам состояния городских улиц и в первую очередь убрать строительные материалы. Некоторые горожане долгими месяцами оставляют перед домами и во дворах многоэтажек стройматериалы. Это портит внешний вид улицы и к тому же мешает жителям столицы. Еще одно поручение градоначальника касалось контроля за организацией процесса питания в образовательных учреждениях. К этому важно отнестись с полным пониманием значимости вопроса, сказал Габараев. Проблемата действует только с нами. Сапитане в обилых шамароши девкам в обу хастаста. Возун тай шамей на мохам шедан мокорус шамей, на джеши генам тай шамей на обу нефастама, стабильно содиктема шкулотан сапитане. Он также указал на необходимость выявления проблемных вопросов в детских садах и их готовности к зимнему периоду. Кроме того, начальнику ЖЭК поручено сформировать мобильную группу, в которую войдут сантехники и электрики. Их задача – оперативно устранять неполадки в детских садах и школах. Зачастую на улицах Цхинвала горожане наблюдают парковку большегрузов в самых неположенных местах. И на эту ситуацию нам необходимо обратить внимание. Нужно найти площадку и разгрузить городские улицы, добавил Алан Габараев. Соответствующим подведомствам столичной администрации поручено провести мониторинг на столичных улицах и ликвидировать прорывы труб, а также представить предложения по озеленению улицы 8 июня. Распоряжения были даны предприятию «Ирдизайн». Работники управления должны выявить участки, где отсутствует освещение в столице, и предоставить подробную информацию. К тому же в ближайшее время необходимо спланировать организацию архитектурно-художественной подсветки. Алан Габараев также поручил представить предложения и по оформлению столицы к Новому году. Зарина Кочеева, Рауль Кочеев, Геннадий Мамитов. Информационный выпуск сегодня.